Політичні пристрасті відвернули увагу від неоголошеної війни на сході України, так званої антитерористичної операції. Офіційно в нас триває перемир'я, втім сили військових сил ніхто від кордонів не відводив. І про закінчення антитерористичної операції рішення не приймав. Найбільш закрита сьогодні тема – це полонені. Доволі давно немає гучних обмінів і взагалі якоїсь певної інформації. Я сподіваюся, що наш гість інформацію має. Це Олег Хороших, він координатор групи «Патріот» по Дніпропетровській області. Добрий вечір нашому гостю. Добрий вечір. Дійсно, інформації о пленних сейчас практически нет ни в одном из средств массовой информации, и тем более по телевидению. Что расскажете, что сейчас на Значит, каком? На данный момент проблема в том, что наших пленных не так и много осталось, как в Донецке, так и в Луганске. По нашим данным, в Донецке 25 человек, это те люди, которых мы знаем пофамильно, знаем, где, в каких местах они находятся, и 14 человек находятся в Луганске. Угу. Проблема в обменах, она в том, что пленные сейчас рычаг, это рычаг Кремля, чтобы давить на Украину. Поэтому сейчас и реже обмены стали происходить, и ситуация просто стоит, скажем так, на месте. То есть что можно, то и делаем. Что нужно, чтобы ситуация сдвинулась? Вот, ну, нужно дипломатическим путем в Минске решать эти все вопросы. Обмены, которые последние, которые были, это благодаря волонтерам, благодаря отделу при СБУ, благодаря дипломатам, которые в Минске также решали этот вопрос. Mm-hmm. То есть вот всеми совместными усилиями, как показывает практика, это все можно продвигать, все можно делать. Ну а когда возможно это можно продвигать? Можно и войну закончить, мы понимаем. Ну, сейчас якобы перемирие, хотя не наблюдается это перемирие, но тем не менее мы каждый день общаемся с той стороной, каждый день ищем ребят и надеемся, что в ближайшем будущем должен произойти обмен. А вы сказали, что не так много осталось. Это точные данные о том, что не так много осталось пленных? Данные 24 Донецк и 14 Луганск – это стопроцентные данные. По данным нашей группы, должно находиться в плену около 300 человек. 300 человек? Около 300, в том числе и гражданские. Эта цифра вырисовывается с того, что есть очень много видео, которые делали боевики, когда брали наших ребят в плен. И ребята были во время взятия в плен, они есть на видео. Но почему-то на данный момент их нету официально ни в ДНР, ни в ЛНР. Угу. Значит, где-то они есть. Не исключено, что, может быть, какой-то у них есть резерв, где-то они их могут содержать. Информация о том, что вывозили в Россию, это тоже стопроцентная информация. Могут находиться у боевиков, могут находиться в комендатуре, в СИЗО. Угу. А вот была информация, не знаю, насколько, что их в каких-то ямах там держат? Естественно, содержат. Содержали и содержат в ямах. Это если, когда они находятся у полевых командиров. Если они уже как бы находятся у центральной их власти, значит, они уже их отправляют либо в комендатуры, либо в СИЗО, либо в Донецке. Так называемая избушка – это бывшее здание СБУ. Угу. О состоянии, естественно, ничего не известно. Те люди, которые находятся в СБУ, они в нормальном состоянии. То есть у них есть питание, им оказывается медицинская помощь. Можливо, наші глядачі мають що спитати у гостя нашої студії 370-31-01. Це прямий телефон нашої студії. Я нагадаю, що ми розмовляємо із координатором групи «Патріот» Олег Хороших у нас у студії. Телефонуйте. Як процес буде розвиватися далі? Ми можемо прогнозувати? Звісно, трудно говорити о том, що закінчиться. Это? Процесс по обмену пленными, ну тут трудно делать какие-то прогнозы, потому что вот был обмен 11 на 9. 11 на 9? 11 уточните. Мы отдали на ту сторону, и 9 забрали наших людей. Угу. Значит, этот обмен очень долго готовился, были большие препятствия, в том числе, ну не в том числе, а главное, проблема была в том же Кремле, который диктует свои условия.
То есть предлагались обмены 10 отдать им и забрать наших только 5. Мы на это не соглашались, но совместными усилиями также и дипломаты, и центр при службе безопасности Украины. Ну, все-таки мы этот обмен произвели. А насколько, я не знаю, насколько вы можете говорить эту информацию, чем мотивируют, почему так, 10 на 5, почему такой выбор, вот, ну, какие параметры, что выдвигают? Там были в том числе гражданские люди, ну, все зависит от звания человека. Если офицеры, значит, нужно за офицера больше людей отдать. Если рядовой солдат, значит, один на один. А гражданские, вы говорите, там гражданские люди? Гражданских людей тоже очень много. Есть такая у них структура, так называемая МГБ, это и в Донецке, и в Луганске. Мы знаем точно, что там находятся люди, но это как бы закрытая структура, там она больше, ну не больше, она курируется ФСБ. И мы знаем, что там есть люди, в том числе и гражданские. Вообще, по нашим данным, где-то около 1500 человек считается пропавшие без вести, в том числе, ну, большая часть гражданских. Последняя группа людей, вот, которых вернули, когда была, когда сюда вернулась, в Украину? 29 числа. 29 числа сколько людей? Вот обмен, который был, 11 на 9. 11 на 9, да. Это тот, о котором вы сказали. Ну что, ждем от вас хороших новостей. Конечно. Спасибо вам за інформацію. Я ще раз подякую нашому гостю. Дещо дізналися про стан справ щодо українських полонених на території так званих ДНР і ЛНР від Олега Хороших. Він координатор групи «Патріот» по Дніпропетровській області.